Большие надежды на небесную канцелярию возлагают и фермеры буквально по всему Содружеству. Как аномальная зима повлияет на урожай, попытался понять наш обозреватель Максим Красоткин. Эти заснеженные поля для фермера Владимира Чухарева – дело всей жизни, а в масштабах страны – частичка продовольственной безопасности. Но гадать о будущем урожае не любит. Снег – это хорошо всегда, потому что после него остается много влаги. Для пшеницы это важно, это очень дает ей большое подспорье в начале старта, когда идет посев. Для овощей это тоже немаловажно, но здесь как бы есть разные другие технические приемы, в том числе вот вы видите на заднем плане поливалку. Это поле Владимир подготовит под озимые, на соседнем засеет яровые. Урожайность десятикратная, из 200 килограммов зерна можно собрать 2 тонны. Другая ходовая культура в этом хозяйстве – картофель. Мы же убрали осенью, и сейчас, получается, где-то до мая месяца будем все вот это вот продавать. Клубни в ящиках и россыпью – остатки прошлогоднего рекордного урожая. Погодные условия тогда сложились лучшим образом, и фермеры набили закрома. Вот и этот склад был заполнен до потолка. Но такое изобилие оказалось выгодно простым покупателям, но не самим аграриям. Цены из-за большого предложения снизились, взяли количеством. Хозяйство Владимира Чухарева осталось в плюсе. Началась посадка, значит, техника должна выйти в поле и сделать это за максимально короткий промежуток времени. Исключить вот опять же такие какие-то погодные факторы. Сколько раз бывало так, что вот мы начинаем посадку картофеля, все замечательно, потом бац, дождь, и мы посадку прекращаем. Появляются новые сорта, технологии, удобрения, а в сельском хозяйстве по-прежнему актуальна древняя пословица «Весенний день год кормит». А вот это для Московской области экзотика – соя. Конечно, всем привычные соусы, как в Китае или других странах Азии, из нее вряд ли делают. Но здесь она используется для сева оборота. Это чтобы земля отдохнула, и за счет этого урожай картофеля и пшеницы стал бы выше. В российской житнице Краснодарском крае озимые уже взошли. Мы видим на растении 4-5 стеблей. То есть растения очень хорошо раскустились. Надеемся, что будет хороший урожай. Зима тут традиционно теплая, но малоснежная. Это в будущем может сказаться на качестве зерна. Оно будет небольшим, как говорят, не нальется. Период влагонакопления в Краснодарском крае до 15 марта. Поэтому мы надеемся, что все-таки природа нам компенсирует недостаток влаги, которая вот складывается на текущий момент. Вместе с прошлогодними запасами, как считают эксперты, Россия сможет не только обеспечить внутренний спрос на зерно, но и поставлять его на экспорт. И уж точно не стоит ожидать повышения цен на муку в рознице. Наверное, это к радости потребителей, но к неприятностям для сельхозпроизводителей. Потому что сельхозпроизводителям это есть, в общем-то, беда. Все выросло, все подорожало, все составляющие в производстве они поднялись в цене, а готовый продукт, зерно, упало в цене. Вот на 4-5 тысяч рублей за тонну, это в минусе мы имеем. А в Беларуси растения приняли оттепель за весну и потянулись к солнцу раньше обычного. Если ударят морозы, то этот урожай придется высеивать заново. Условия в Беларуси нужно зимним, чтобы немножко земля подмерзла перед уходом в зимовку и накрыла их снежным покровом. А зимним, ну, некомфортно. Они не спят, они как человек вот в полудроме. А в Казахстане с урожаем томатов фермеры уже попрощались. Эта культура погибает при нулевой температуре, а на юге республики почти 2 недели подряд ниже 20. На регион обрушились еще и снегопады, буквально похоронив под собой тепличный бизнес. Если не топить углем, то снег на крыше не растает. Вот так все наши теплицы и повалились под весом осадков. Сейчас 70% сельхозтоваропроизводителей не могут заняться посевами, а на саженцы мы потратили миллионы. Сейчас власти на местах активно закупают уголь, чтобы спасти остатки урожая. Где-то рассаду собираются высаживать заново. Уж точно, что в этом году в Казахстане некоторые овощи появятся на прилавках позже. Впрочем, в Минсельхозе говорят, что погибший урожай в масштабах всей страны незначительный. А в Кыргызстане, чтобы удовлетворить внутренний спрос, предложили запретить экспорт лука. В Узбекистане эта мера уже действует с января. Небывалые холода ниже 20 застали Солнечную республику врасплох, поморозив часть урожая. А ведь лук – обязательный ингредиент для традиционной самсы. Это здесь сколько получается лука? Полтонны? На 5 дней лука, представляете, на самсу. Вот этот полный мотороллер. Не маленький. Ты смотри, сколько лука они за 5 дней съедят здесь. 40 кило. А, тонна здесь? Еще 40 килограмм.
В Ашхабаде первый снег выпал в январе. Вообще в Туркменистане его видят только несколько часов за зиму. Настолько быстро он тает. Но аграрии страны готовы и не к такому. Урожай тут не оставляют под открытым небом, а сразу отправляют на склады. Они есть в каждом регионе страны, поэтому далеко овощи и фрукты возить не надо. Каждый оснащен линией сортировки, упаковки и климат-контролем, в зависимости от того, что хранят. В давние времена люди закапывали овощи и фрукты в землю. Это был своего рода холодильник. Сейчас же, благодаря новым современным технологиям, мы можем хранить все эти фрукты и овощи гораздо дольше. Мы можем круглый год обеспечивать рынки и магазины свежими фруктами и овощами. Виноградная лоза хорошо переживает холода, а вот колебаний температуры нет. Январь в Молдове выдался теплым, было плюс 15, а потом температура опустилась до нуля. А тут еще и ледяной дождь. Видите, льдом покрыто. Северная сторона чистая, южная обледенела. Пару дней назад слой льда был больше 3 миллиметров, и сейчас есть. Поэтому люди не работают, мы не подрезаем виноград. Из-за корки льда не видно, где сухие участки, которые надо срезать. А если хорошую часть подрезать, веточка потом треснет из-за мороза. Традиционный поставщик цитрусов страны СНГ Азербайджан сам может столкнуться с их нехваткой. Мороз на юге страны выжил все соки из фермеров. Вчистую 12 тонн мандаринов я выбросил. Оставалась надежда на апельсины. Может, хоть апельсины будут хорошими. Хотел продать к празднику Новрус-Байрам. Но ударили морозы, пошел снег, и вы сами все видите, что стало с урожаем. А урожай-то был небывалым, но с фермерами изобилие сыграло злую шутку. Главная проблема в том, что мы не успели вовремя собрать весь урожай. Я ждал покупателей, чтобы сразу собрать с деревьев и продать. В этом году очень низкие цены. Покупали у нас за 30-40 гепиков. Продавать за такую цену мне невыгодно. Это тоже одна из причин, почему я оставил фрукты на деревьях. Хотел подождать, вдруг вырастут цены. Но тут резко поменялась погода. Мороз, снег. Впрочем, для азербайджанских аграриев это не повод отложить эксперимент. Они посадили морозоустойчивые сорта лимонов и мандаринов на Апшеронском полуострове, как раз где Баку. Надеются на хороший результат. Ведь урожай зависит не только от погоды, но и от самих фермеров. Максим Красоткин, Ольга Соловьева. Программа «Вместе».